Раз, два, три. Всем привет, привет, Ютуб, солнечная Италия на проводе. Сегодня такое незапланированное видео домашнего, сегодня воскресенье. Я хотела с вами поделиться, может быть, многие из вас не знают, это видео адресовано именно блогерам, у кого есть свои каналы, что в скором времени, возможно, на Ютубе заработает новая функция, которая называется Google+. Значит, что нам дает эта функция как блогерам? Прежде всего, вы можете просматривать всех ваших подписчиков, которые зарегистрированы в Гугле. То есть вас сразу перебрасывает от ника человека, который вас просматривает на Ютубе, в Google. Оттуда вы видите его подписки, вы будете знать, сколько меньше, больше у человека аккаунтов зарегистрировано на Ютубе, что, тем не менее, позволяет контролировать, скажем так, троллей, трои, вот, кому это надо. Что еще это позволяет? Это позволяет не только увидеть негатив на Ютубе, ни в коем случае. Это, конечно же, функция дает нам понять именно ту основную массу людей, которая нас просматривает, и, может быть, из нее есть человек, который вообще как бы в вашей жизни не фигурирует, но, тем не менее, он за вами наблюдает, и вам может быть интересен. Еще что дает эта функция? Больше общения с подписчиками. То есть вы видите свой круг людей из всех пройденных, как бы просмотренных каналов, которые вам представляет Google+, если я сейчас как бы внятно высказываюсь, вы можете уже отследить людей, которые более активны на вашем канале, и людей, которые менее активны, которые просматривают, может быть, заходя на ваш канал с Google под разными никами на YouTube, допустим, это будет 3-4 ника, вы можете их отследить по процентам количества просмотров на вашем видео, если вам, опять же, это интересно. Эта функция пока еще не высвечивается у вас на левой панели Ютуба. Скоро она заработает, это точно. И очень большое, конечно, спасибо Ютубу, очень большое спасибо Гуглу, что все как бы права, авторские, надеемся, в кавычках, да, в будущее, будут брошены именно на то, что, на помощь блогера. Потому что на Ютубе, вы знаете, присутствует хамство, присутствует вот эти вот негативная энергия, вот эти негативные комменты. И я думаю, что именно вот эта вот функция от Google+, нам в каком-то случае с вами поможет. Видео будет такое коротенькое, ссылку я оставляю под видео, вы можете сразу, у кого есть свои каналы, пройтись по этой ссылке, попасть на вот эту вот, как бы ее можно назвать правильно, все, выбрасывать с головы, сегодня много разговаривала на итальянском, вы можете увидеть весь список ваших подписок, вы можете проследить сразу, кто вас просматривает, а кто вас смотрит, если вас это заинтересует. И в дальнейшем эта функция должна бы как бы появиться на левой панели YouTube, да, на странице, на центральной. Но сейчас, уже с сегодняшнего дня, даже уже 3 дня назад, мы могли наблюдать за этим. Я просмотрела, и очень даже интересная информация, поэтому я оставляю ссылку, оставляйте ваши комментарии под этим видео, делитесь, что вы поняли, и какая информация до вас донеслась от этой новой функции от Google+. Я пойду просматривать свой канал, мне тоже это очень интересно. Всем пока, девчонки, мальчишки, кто смотрит, и всем удачи, процветания вашим каналам, и увидимся на просторах Ютуба. Пока!